Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп, ну и наша мастерская. Уже с тобой, Эдуард. Вот, сегодня у нас видеообзор по изготовлению столика для лодки ПВХ. Столик заказали в Находку, полетит он далеко. Ну вот, поэтому параллельно решили сразу сделать видеообзор по его изготовлению. Использоваться будет ламинированная финская фанера. Много рассказывать, как обычно, не буду. Просто покажу весь процесс. Он не совсем творческий. Вот, уже все отработано. До мельчайших деталей в этих столиках. Вот. Поэтому будем смотреть, как пилим, фрезеруем, сверлим, красим, собираем. Видео не будет долгим, шумным. Точнее, будет недолгим, но немного шумным. Кому интересно, можете продолжать смотреть. Кому не интересно, ну хотя бы поставьте лайк. Мне это будет приятно, да и полезно. Поехали. Ну, приступаем к нашему столику. Материал использую финскую ламинированную фанеру, сделанную, естественно, в России, потому что китайская фанера качество, конечно, оставляет желать лучшего. Вот. Это у нас 15 мм, и также идет потом на бортике полочки фанера 9 мм. Вот. Столик большой, один из самых больших у нас, высота 35, и ширина у него 40 см. Поехали. Напилили ножки, бортики, столешницы, крышки. Теперь нам нужно это все отфрезеровать. Буду использовать фрезу с подшипником упорным, диаметр 10 миллиметров. Thank you.
приборчики у нас уголки запилены по 30 градусов, фрезерованные. Это у нас основание и сами ножки. Сами ножки. Высота у нас 35. Ну, вот, фрезеруем 4 боковые грани. Так, вот подошли мы уже к разметке отверстий. Вот здесь это делается все это достаточно быстро. Это нужен карандаш, уголок, нужен гранёк. Ну и сам процесс сверловки. Сверлил сверлом на 3,5 мм. Ну и теперь дело за зенковкой. Осталось все это теперь покрасить, вот, и можно отправлять на сборку. Крашу я обычно квартексом, это все цвет палисандр. Вот уже много лет, работает хорошо, вот, и защищает торцы от влаги и прочего.
Продолжаем. Маленький перерывчик вышел почему-то. Вот. Немножко стакмой. Ну, я думаю, заказ есть заказ, надо закончить. Вот. Остались последние штрихи, поэтому, думаю, как-нибудь докрутим этот столик. Ну вот столик готов, в принципе. Здесь у нас отверстие для стаканов, для маленьких стаканчиков, к сожалению, под рукой не оказалось. Также может использоваться как ручка. Вот, нижний отсек у нас с двумя полочками дополнительными. Здесь может поместиться термос. Вот. А здесь защелка для фиксации в сложном состоянии. Здесь защелка, которая помогает столешнице в открытом положении больше нагрузку выдерживать. Вот. Ну, в принципе, и все. Всем спасибо. Понравился столик, можете заказывать. Ссылочку найдете в описании. Рекомендую.